Всем привет! Сегодня знакомлю вас с платьем с распродажи второго каталога Faberlic. Это платье из прошлых коллекций, но очень рекомендую его к покупке именно сейчас, потому что это платье вне сезона, и зимой, и весной, и на холодное лето оно точно будет у вас палочкой-выручалочкой. Вот так вот выглядит на мне 44 размер. Артикул этого платья 110W4109, и стоимость этого платья в каталоге сейчас всего 1999 рублей. Мне кажется, это просто мега цена, по которой надо успеть урвать. Ну и посмотрите, какая у него длина. Мой рост 164 сантиметра. Мне оно прям по колено. Оно не коротенькое, как на модели в каталоге. Многие боятся его взять, потому что оно коротко смотрится на модели. Но на классический рост оно будет просто отлично. Рекомендую его подбирать по размеру груди. У меня бедра шире, но я влезла в платье, которое мне по размеру груди. То есть верх у меня 44, объем груди 88 сантиметров. И 44-е платье, даже на мои 46-е бедра, оно не в обтяжку. Очень приятная ткань. Это трикотаж. Состав у него 95% полиэстер, 5% эластан, но на ощупь оно, знаете, как натуральные ткани. Мне кажется, не закатываться не будет, не растягиваться, не давать усадку. То есть это такой универсальный вариант, который даже после стирки ничего не изменит. И я его не гладила, не отпаривала. Вот как оно пришло, одела. Вот так вот идеально оно смотрится. Принт, который подойдет всем. И, мне кажется, прям очень удачный цвет. Поэтому рекомендую к покупке одно из самых универсальных платьев, которое будет у вас очень носибельно в гардеробе.